Приветствую всех на канале Есть Поесть. Сегодня делюсь рецептом очень вкусного пирога, наполненного сочностью и ароматом ягод. Сюда подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. А еще я обычно смешиваю сразу несколько видов ягод. Обязательно попробуйте этот вкусный и по-настоящему летний пирог. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. Итак, к яйцам добавляю соль, ванильный сахар, сахар и взобью примерно 2 минуты до растворения сахара. Вливаю растительное масло без запаха, молоко и просто размешаю недолго на средних оборотах миксера. Добавляю муку, которую я уже предварительно размешала с разрыхлителем, и также просто размешаю на средних оборотах, взбивать не нужно. Форму смазала маслом и выливаю тесто. Размер моей формы 20 на 30 сантиметров. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Тем временем ягоды прямо в замороженном виде складываю в кастрюлю. У меня здесь клубника, черная смородина, ежевика, клюква, немного малины. Засыпаю сахаром, распределю его и дам постоять. Пирог проверяю на готовность и пропитываю его теплым молоком. Можно также использовать любой сироп или сок. Пока пирог остывает, подготовлю ягодный пудинг. Добавляю в кастрюльку к ягодам корицу и ванильный сахар. Крахмал и ликер, его можно заменить коньяком или соком. Хорошенько перемешаю, отправлю на умеренный огонь и нагрею, непрерывно помешивая. Как только масса загустеет и появятся так называемые первые бульки, убираю с огня, варить не нужно. Быстренько в горячем виде выкладываю ягоды на пирог. Разравниваю поверхность, дам остыть при комнатной температуре и затем уберу в холодильник. Кстати сказать, застывает он очень быстро. Пирог готов. Посмотрите, мягкая пропитанная основа и такой щедрый ягодный слой. Большое количество ягод придают неповторимую сочность, свежесть и безумный аромат этому пирогу. Скажите, ну какой же десерт, если не этот, нужно готовить летом? Друзья, на моем канале есть и другие рецепты летних пирогов. Ссылки я оставлю под видео. А если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и напишите комментарий. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.